кондитерском цехе кипит работа. Мастерицы старательно готовят тесто для будущих сладких подарков ко Дню защитника Отечества. Татьяна живет в Кубинке и часто принимает участие в различных акциях. В этот раз она решила поддержать наших бойцов. То, что мы делаем, это очень важно для тех людей, которые сейчас там, которым тяжело. Вот. И поэтому не смогла быть равнодушной и решила принять в этом участие, какой-то внести свой вклад. Жительницы Кубинки испекли домашнюю выпечку для участников спецоперации. Пряники приготовили из классического песочного теста с карамелью и специями. Вчера мы действительно запустили эту акцию, вчера принимали участие жены, а сегодня присоединились мамы, с удовольствием это делают. Мы соберем все это, передаем ребятам привет прямо к празднику. Ящики с двумя видами пряников загрузят в фуру с гуманитарной помощью и отправят в зону спецоперации. В акции приняли участие все женщины, которые хотят передать свою частичку тепла солдатам. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».